Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня опять трешечок. Будем дальше качать башенки. Также посмотрим на скин овоща в действии. Мог я его забрать на русском сервере, вам заснять, но, честно говоря, не захотел даже туда заходить. Так, что тут у нас по акциям сегодня есть? Пиратик, как всегда, топовый. Как и для доната, так и для без доната, видите. Пятые падают за бесплатки. Такс. Давайте сейчас по акциям пробежимся, посмотрим, что есть. Ну, это такая акция. Они тут ничего особо не меняют. Самое основное — это рынок. Так, забираем плюшечки. Вот такие вот плюшки у нас. Это большой пак и еще один такой же большой, это 5 точнее. Ну, по сути, это два пака. Вот такие вот плюшки, ребят. Ну, на русском сервере до этого далеко, на китайке тоже. Сегодня немножко подкачаю силу. Вчера лень уже было качать, можно было бы уже сегодня 700 вытащить прокачек. Так, окей, с этим разобрались, поехали, добьем носорога. Яйца носорога добиваем и посмотрим на скины башен. Как-то странно, на всех серверах по-разному дают плюшки, то есть один день одно, на одном сервере, на другом другое, на третьем третье вообще. То есть, по сути, все везде разное. Но в любом случае, там неделька-две здесь будет уже все на максималке, и будем ждать следующую обнову. Так, ничего себе, ложный прям выпал. Ну, такое, два рибета. Так, что тут интересного еще есть? 1+1 апдейт, бонус, бана. Зайдем, посмотрим, что там у нас, на чем мы остановились. 6. Так, ежедневный план, спектр. Ну, в общем, ничего не поменялось по сравнению с вчерашним. Так, окей, окей, смотрим. Наушник, думаю, не удивишь. Так, по рынку, что тут у нас? Ну, вот этот пак, который я о втором говорил, а первый он был отдельно. Букиман, Командора, кто-то спрашивал, когда будут продавать, вот их продают. В общем, вот как-то так. Так, окей. Поехали. Давайте сначала начнем со скинов. Есть. И вот башенку сейчас улучшим. Вот видите, оно входит все в общее улучшение. Надо апнуть. Ну, силушки дает, как видите, тоже неплохо. Такс. Надо 30 уровень. У меня только 21. Чтобы апнуть левел. Ну, интересно, интересно будет посмотреть, что будет на втором левеле. Давайте посмотрим, как они выглядят хотя бы. Не знаю, вроде такое, типа, что-то дракона. Вроде и прикольно, но не знаю. А что по жизни? Ну, статы тут везде одинаковые. А ну теперь интересно, если я смогу настроить скилл на разные башни, разные. Видите, тут везде на все один настраивается. Это, конечно, плохо. Почему? Потому что я хотел бы, например,
один скилл на одну башню, другой на другую. Почему так нельзя? Все общее одно. Странно как-то. Надо будет еще забрать скин на эту башню. Ну, такое вот. В любом случае это быстро все прокачается очень. Знаю. Так, окей, поехали смотреть на нашего Plant Warrior. В принципе, хорошо, что на него скилл сразу есть. Можно сразу же ему талантик влепить и не париться. Прокачки там несколько, хотя это не тот герой, которого я хотел бы там особо качать. Вот новую девочку хотелось бы больше посмотреть. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Давайте с кого-то уберем. Так, Фрея, решил потестить ее сегодня. Так, вот он наш Plant Warrior. И сегодня я уже по китайке посмотрю, каким образом там будет собираться эта девочка. Если да, быстро собираться, то придется ставить все, скажем так, плюшки на ее прокачку. Если нет, то можно будет качнуть силу. Так, ну, в принципе, второй талантик есть. Я уже показывал вам, что по талантам самое оптимальное — это железка и ремка для него. Так, СО, конечно, мне не понравилось. Хорошо, с этим мы разобрались. Так, ставим его на таблетку и идем тестировать. Вот так вот он выглядит, там бегает. Давай, выбегай, прячется. Ну, сейчас посмотрим. Ну, прикольный скин. Внешне, конечно, смотрится очень круто. Сейчас посмотрим на него в действии. Такое. Вы видели, да? Сейчас пойдем на подземку. На подземке лучше будет видно. Такс. Ну, герой специфический, чисто для по локации. Чтобы он там был мега имбой, к сожалению, нет. Так, ну что, анимашку ему не поменяли? Печально. Вот так прикольно смотрится вместе Железная Воля. Посмотрите, как круто. Железная Воля пропала. Ну, вот такое себе. Честно скажу, не то, чего хотелось бы. Зеленый смотритель ударил. Сейчас посмотрим опять на его скин. Ну, красненьким стал, ну, точнее, оранжевым, таким желто-оранжевым. Ну, чтобы особо что-то такое изменилось. Давайте героя выпустим. Ну, не знаю. Честно говоря, такое. Я бы не сказал, что там мега круто. А сама прорисовка классная. То есть мне понравилась сама прорисовка его. Да, он выглядит очень стильно, круто. Особенно посмотрите, как у меня с Железной Волей. Вот это именно аура такая. Конечно, смотрится очень круто. Ну, а так, не знаю. Ничего такого особенного, как в герое, так и в скине, но менее его просто сделали другой цвет и все. Ну, в любом случае, хорошо, что можно сразу талант один и второй подобрать и не париться потом выбивать второго. Если так бы хотелось бы, чтобы вот вышел герой, сразу на него скины вышли, это было бы очень удобно. Потому что на тех, которые уже есть, это уже не актуально. На тех, которые выходят, очень актуально. Чтобы люди могли сразу себе выбор делать. И разные сборки. Ну, в общем, такое вот. Не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Скин на Лазурю, как по мне, намного ярче.
Так, что там у нас? Карты появились. Рэнки. Так, ну сундучки я уже открывал, показывал вам. Буду опять копить, побольше накоплю, покажу. Давайте этот вам эту несчастную пятерочку. Так, ну в принципе все. Сумки, как обычно, ушли в перелимит. Ну, в общем, такое вот, ребят. Не знаю, посмотрим, что будет в дальнейшей прокачке здания. Очень интересно на это посмотреть, что же все-таки будет. Возможно, будет действительно интересно выбивать нового героя и трешивать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.